Иран начнет поставлять нефть в Россию. Поставки нефти будут осуществляться по программе «Нефть в обмен на товары». Россия и Иран согласовали документы по поставкам иранской нефти. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает Интерфакс. Между нашими странами действует меморандум о сотрудничестве. Он предполагает поставки нефти и использование средств от поставок нефти на покупку российских товаров и услуг. Мы успешно с нашими иранскими коллегами согласовали все необходимые документы, касающиеся нормативного регулирования этих вопросов, заявил российский министр. По словам Новака, в течение месяца РФ и Иран выйдут на реализацию конкретных сделок в этом вопросе. Поставки нефти из Ирана в Россию будут осуществляться по программе «Нефть в обмен на товары». Соглашение о таких поставках Москва и Тегеран заключили в мае. Речь идет о продаже России 100 тысяч баррелей нефти в сутки. В Иране обнаружили новые запасы нефти. Напомним, в марте Иран поставил первую партию нефти в Беларусь. По материалам сайта newsgro.com.